Привет, меня зовут Женя, «Досильные новости», рубрика «Короче», погнали! Лукашенко поручил разобраться с ИПшниками и самозанятыми. Такое заявление он сегодня сделал на совещании в Совмине. По его словам, в Беларуси создан колоссальный офшор, где никто ничего не платит. Стоило бы разобраться. Где можно познакомиться 61-летнему мужчине в Гомеле? Гомельчанин проявил инициативу и находчивость и разместил объявление на остановке о поиске женщины. Малопьющий мужчина с зарплатой выше среднего ищет хозяйку в дом, которая будет тихая, спокойная, не гулящая и с детьми, которые живут отдельно. А дает предпочтение жительницам Сельмаша и Западного. Может быть, это вы? Сильные новости пишут, что гомельчане лишились своей зарплаты, когда хотели оплатить коммуналку. Дело было в том, что они ввели в браузере Беларусьбанк и зашли на первую попавшуюся ссылку. Ввели логин и пароль от личного кабинета, и дальше выяснилось, что деньги-то с карт пропали. Оказалось, что они зашли на сайт точной копии банка, который был в руках мошенников. Вот так.